Пацаны, Жигульбе! Блядь, ну у нас уже было, да, какой-то Жигульбе? Но это, блядь, Жигульбе Майкопская. Жигули Майкопская. Я, конечно, хуй знает, что такое Майкоп вообще, где он находится, но, как обычно, блядь, на всех, блядь, дешевых пивасах пишут ГОСТ 2012 года какой-то там, блядь. Короче, это у них, я понял, какая-то фишка, да, блядь? Блядь, такие лозунги прям. Для вас, как для себя, с 1882 года. Алкоголь, 4%. Какой-то там энсенс, ебать, 11%. А, ну это сусло там, вот это хуюсло. Так, ну, в принципе, бутылка такая классическая, чисто классика, ебать. Такая прям. Ну, в принципе, чуть-чуть с креативом даже подошли. Типа, вот копейка тут какая-то нарисована. Типа, она вот так едет, закат такая. И тут музыка из драйвера, ебать. С Райан Гослингом, ебать, фильмом. Чисто, блядь, или я хуй знаю. Ну, блин, такая, ну, нормальная бутылка, ну, не прикольная такая, блядь, ну, пиздец. Ну, если бы вот этой машины тут не было вот так вот, блядь, это было бы, ну, вообще просто no name drag, а так хотя бы, да, как бы какой-то отличительный знак, типа, есть. Короче, блядь, свежак, более-менее свежак. По дату разлива. Так, смотрим состав. Вода питьевая, подготовленная. Солод, пивоваренный, ячменный, светлый, хмелепродукты. Все. В состав, в принципе, радует. Нет никаких там, блядь. Как там везде, блядь, особенно там карамельные какие-то там хмеля, меля, филя. Вот все вот, просто вот в натуре ГОСТ. Вода питьевая, подготовленная. Солод, пивоваренный, ячменный, светлый, хмелепродукты. Все. 4% оборотов. И все. Ну, блин, мне знаете, что кажется? То, что оно будет, блядь. Я вот его открою сейчас, ёбну. Оно вот будет, как раньше, вот это вот, блядь. Вот как я уже говорил про новороссийское, блядь. Тут мне почему-то так кажется. Потому что вот сколько оно стоит. Сейчас я скажу, блядь, сколько оно стоит. Жигули Майкопская. Где ты, Васечка, где ты у нас тут? Майкопская же, блядь, а, кстати, нахуя себе, блядь, 55 рублей, блядь, ебать, как-никак, нахуй. Краснодарская клубная, блядь, 37 стоила на минуточку, блядь, которую я делал обзор, нормальное пиво, блядь. 55 рублей, это уже, блядь, нахуй, нихуя себе. Хотя ничего выдающегося, ни дизайна, блядь. Ни хуй его знает, ничего вообще. Шква, ну как он что, фильтрованная, нет, блядь. Сейчас посмотрим, состав. Жигули Майкопская. Что, блядь, где-то что-то. Высшее качество, изысканный вкус. Угу. Светлая, 0,5. Но тут в чем прикол, да, здесь прям 0,5-0,5. Потому что сейчас некоторые производители делают там 0,4-0,45 там. Так, пиво составляет, ну, то содержает тело из пива 4%. Я не пойму, какое оно, блядь. Пастеризованное, все, нашел. Фильтрованное, пастеризованное. Блядь, вот написали, пиздец, блядь, вот. Пиво фильтрованное, пастеризованное. Вот такое вот окошечко на всю бутылку. Ну, блядь, напишите здесь где-то, блядь. Фильтрованное, пастеризованное, блядь. Мне, блядь, что, вот, надо в магазине стоять, как еблан, блядь, с лупой, нахуй, блядь. Тоже, блядь. Вот мужики, блядь. Ладно. Потише, блядь. Короче. Сейчас посмотрим, бутылка как открывается. Ага, хуй там, ебать. Блядь, еще и за 55 рублей надо, блядь, ебать, искать открывашку, блядь. Или что-то, блядь, долбить, блядь. За 55 рублей нам. А за 30 рублей нихуя ничего не было, блядь, жигулевская вон то в банке. Там просто чик и все. Ладно, сейчас, блядь. Смотри. Ладно, сейчас, стой, блядь. Стой, не выключай видос. Смотри. Качалка, видишь?
А в качалку нахуй открываем. Запах, кстати, уже чувствую хороший. Кстати, насчет запаха, блядь, запах хороший, блядь, сука, блядь, пень, блядь, дешевое пиво, блядь, выигрывает у дорогого, блядь, что ж ты мне делаете, мужики, блядь. Так. Запах, блядь, хороший, если честно, вот, блядь, без пизды, блядь, запах хороший, сука, блядь, майкопская, блядь, с копеечкой нарисован. Ладно, короче, блядь, ебашу нахуй уже, хочу въебать его, блядь, и почувствовать, блядь, что это, говно или нет. Как обычно, фин делаю. Короче, говорю сразу, немножко паршивенько, если честно, пьется так себе, вкус так себе, да и вообще, в принципе, само пиво, блядь, полностью, все так себе, не считая, вот, точнее, считая цену, блядь, 50, блядь, сколько, Жигули Майкопская. $55. За 55 рублей, да хуя, выбрал лучше пиво, чем это. Это, блядь, 100%. Ничего в нем такого нет. Единственное то, что оно пьется не... Оно пьется хорошо, потому что здесь всего лишь 4% оборот. То есть оно, блядь, не тушит. Единственный плюс в этом пиве то, что здесь ровно 0,5. Они не пиздят, реально, бутылка 0,5, потому что сейчас во всех бутылках, ебать, я так заметил, то что тенденция такая пошла, 0,45, 0,40, ну, короче, чуть меньше делают объем, блядь. Здесь именно 0,5. И состав более-менее нормальный. То есть вода питьевая, подготовленная, солод, пивоваренный, ячменный, светлый, хмелепродукты, и все. Блядь, ну... Вот, сука, вот они проебались, блядь, им нужно сделать, вот оно 4, да, 4 оборота, им нужно сделать 4,5, и тогда это пиво будут более-менее брать. Ну, не знаю, может, спирт такой, блядь, дорогой, что они делают 4,5, потому что 4 уже маловато, ну, не знаю, 4 это для малолеток, там, вообще 13-летних, там, уебал, блядь, ла-ла-ла. Как бы для нас, мужиков, блядь, вот, вот здоровых, нахуй. Буа. Как бы это уже такое себе, чисто, блядь, как лимонадиков ебать, нахуй. Но все равно, блядь. Для вас, как для себя, с 1882 года. Ну да, вот эти лозунги, все прикольно, все, конечно, красиво. Ну, как красиво, в принципе, стандартненькая бутылка, нормально. Логотипчик такой вот, вот это вот, типа, под старину, ретро-ретро такое, типа, Fallout такой, закус под Fallout, ебать, или я хуй, вот, на 50-е там. Да, базара нет, блядь. Да. Ну, мужики, вот я вам реально вот совет даю, блядь. Все, в принципе, нормально, просто цена, блядь, 55 рублей, реально, за 55 рублей столько выбрал, блядь, да хуя. Может, оно реально качественное пиво, мы же, блядь, ебать, хуярим, нам похуй, блядь. Сделайте не 4, а 4,5.
блядь, и более-менее у вас пойдут продажи. 4, блядь, вообще алкаши вот только смотрят, даже я вот смотрю 4, блядь, допустим, в магазин пришел, такой смотрю 4. Да нахуй оно нужно, возьму там 4, 5, чтобы, блядь, бахнуть там, в нокаут уйти. Ну это да, блядь. Оно в принципе вкус, даже запах есть, кстати, в чем прикол. Оно не совсем конченое, но вкус, запах есть. В общем, короче, пацаны, что вы думаете об этом пиве? Пишите в комментариях, отвечаю, может, кто пил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И по-братски вот лайки вот ставьте, блядь, и пишите комментарии, блядь, что-нибудь про пиво там. Добавляйтесь ко мне ВКонтакте, всех добавляю, пишите там, если что. Ну, блядь, все, чао, пока. Все нормально.